Первый осмотр пациента должен проходить в течение первых 2 суток. Вы должны увидеть пациента, потому что посмотреть степень отека, гематомы, не произошло ли занесение инфекции. Если где-то что-то у вас препарат как-то лег не так, как вам бы хотелось, это время, когда вы можете его подкорректировать. Это очень важно, первые 2 дня. Часто пациенты, например, ну сейчас все со временем, да, у нас есть WhatsApp, присылают фотографии на WhatsApp. Еще раз, я когда даже мне присылают фотографии, несмотря на свой опыт, двухмерная и трехмерная проекция пациента, двухмерная на фотографиях, трехмерная, даже когда я прошу сняться в нескольких проекциях, все равно не дает полную картину. И когда пациент уже приходит ко мне на осмотр, либо перед процедурой, либо в случае каких-то вопросов, картина может быть совершенно другая. Поэтому оптимальнее всего в течение первых 2 суток нам с вами еще раз посмотреть пациента, как у него дела. Следующий осмотр – это через 14 дней. Это раскрытие первичного результата. И опять, если где-то что-то у нас с вами пошло не так, у нас есть возможность еще исправить. И конечный результат у нас с вами через месяц. Да? Оценка конечного результата через месяц.